Призывникам будут вручать повестки при постановке на воинский учет. Это делается для того, чтобы сократить число уклонистов от службы в армии. Новый механизм уведомления призывников разрабатывается в Генеральном штабе Вооруженных сил России. Речь идет о том, чтобы вручать повестки юношам призывного возраста в военкоматах одновременно с выдачей так называемого приписного свидетельства, когда призывник впервые становится на воинский учет в 17 лет и получает удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу.